В Париже завершился международный турнир по курашу на приз президента Узбекистана. В нем приняли участие спортсмены из 30 стран. Отрадно, что наши соотечественники заняли призовые места. Их с большим воодушевлением встретили в международном аэропорту города Ташкента. Кураж, олицетворяющий собой мужество, силу, благородство и отвагу, восхищает, заставляя еще глубже погрузиться в его удивительную философию. Весть об организованном приехавшими из Узбекистана гостями праздники спорта и искусства вмиг облетела весь Париж. Среди многочисленных поклонников данного вида спорта немало и наших соотечественников, представителей европейской спортивной общественности, дипломатических корпусов различных государств, которые пришли насладиться поистине захватывающими спортивными поединками. Сегодняшнее участие в международном турнире на приз президента Узбекистана по курашу и возможность вместе организовывать его в самом сердце Парижа, рядом с Эйфелевой башней, вселяет большое удовлетворение. Несомненно, эти соревнования выведут узбекский кураж на новый уровень и внесут в целом большой вклад в развитие спорта. Они объединяют представителей многих государств. Отдельно хочется отметить, что среди спортсменов и известные своим высоким мастерством борцы, которые продемонстрировали самые красивые грани кураша. Еще раз хочу поблагодарить за такое прекрасное спортивное мероприятие и верю, что в будущем кураш будет включен в Олимпийские игры. Конечно, сегодня эти соревнования, которые проходят в столице Франции, придают каждому нашему соотечественнику чувство гордости, энергии. Радуешься, видя среди зрителей нашу молодежь, которая учится, работает в этой стране. Хочется, чтобы кураш вошел в Олимпийские игры и открывал имена новых спортивных героев. Мы очень соскучились по Узбекистану. Находясь возле Эйфелевой башни, наслаждаемся спортивными соревнованиями по курашу. Настроение очень хорошее. Кураш имеет мощную объединяющую силу, и мы видим это сегодня. Хоть и живем в Париже, но сердце наше с Узбекистаном. Мы чувствуем его тепло. Итак, вечером после заката солнца стартовал международный турнир с призовым фондом 30 тысяч евро. От аксакалов мы много слышали про то, что интересные и бескомпромиссные схватки продолжались порой до самого утра. Это можно было наблюдать и в Париже. Каждая схватка на ковре вызывала бурю эмоций. Конечно, сегодня исторический день. Посмотрите на темп спортивных состязаний, которые открывают новые имена среди спортсменов. И это свидетельствует о том, что наш кураж в последние годы по инициативе руководителей страны поднялся на новый исторический этап. Все это способствует повышению интереса к курашу во всем мире, появлению новых федераций по курашу в зарубежных государствах. Мы стремимся, чтобы наш кураж был включен в Олимпийские игры. Победа достается самому сильному, но дойти до нее было не просто спортсмену из Узбекистана Мухаммадкариму Хуррамову. Ведь не совсем просто одолеть таких именитых курашистов, многократных чемпионов Узбекистана и мира, борцов номер один нашей страны Шерали Джураева и Мухсина Исомеддинова, а в полуфинале доказать свое превосходство над борцом из Македонии Бобаном Дановым. Финальная встреча с именитым мастером кураша, намного превосходящим своей весовой категорией Зарко Кулумом, проходила не менее интересно. Но и здесь узбекский курашист проявил упорство, выносливость и волю к победе, выиграв поединок с оценкой чала. Соперники были очень сильные. Среди них, к примеру, Мухсин Исомеддинов, Шерали Джураев и другие. Побороть их сопротивление было нелегко. В европейских странах проводятся такие прекрасные турниры на приз президента Узбекистана, что говорит о повышении авторитета кураша в мире. Мне посчастливилось стать сегодня обладателем приза президента. Это дано не каждому. Сердце полнится чувством радости и благодарности. Это всего лишь мои первые шаги. Впереди ждут большие соревнования. Хочу стать чемпионом Азии, успешно выступить на чемпионате мира. Если включат кураж в Олимпийские игры, то стать и олимпийским чемпионом. А в соревнованиях среди женщин приз президента Республики Узбекистан завоевала спортсменка из Германии Джасмин Грабовски. Состоялось торжественное награждение победителей. Завершился еще один яркий спортивный праздник. Но он надолго останется в памяти его участников. Спортивная делегация нашей страны сегодня вернулась на родину. Наших спортсменов с большим воодушевлением встретили в международном аэропорту города Ташкента.